У меня уже в привычку вошло хромать. О, только тебя здесь не хватало. Как ты посмел явиться сюда? Убирайся отсюда. Да ладно, перестань, дядя Хаки. Убирайся из этого дома. Уходи. Успокойся, старик. Выйди из дома. А что? Дома никого нет? Где они? Никого нет. Уходи, пока я не вызвал полицию. Уходи. Дядя Хаки, понятно, что ты не знаешь всего. Ты присядь, садись. Тебе что, Коркут ничего не говорил? Ты не можешь вызвать полицию. Этот дом теперь мой. Не может быть. Не будет этого. Я записал свой дом на имя Мине. О, дядя Хаки, да ты и правда ничего не знаешь. Я расскажу тебе вкратце. Эмине я положил в психушку. Потом взял у адвоката справку, что она не в своем уме, и с этой бумагой я пошел в суд. Теперь подумай, кто является ее представителем во всех инстанциях, а? Как ты мог пойти на такую подлость? Какая подлость? Это не подлость, а справедливость. У меня на руках решение суда. Я решаю все за Эмине. Дом тоже мой. Вот увидишь, я его продам. А вы, как миленькие, уберетесь отсюда навсегда. Этого не будет. Не выйдет. Коркут не позволит тебе. Подожди, подожди. Я и об этом подумал. Я, смотри, не просто так пришел сюда. Этот дом я все равно продам. Мне наплевать на Коркута. Ты понял меня? Вы все уберетесь из этого дома. Раз уж все равно дома никого нет, начну с тебя, старик. Как ты на это смотришь? Вот так я поступлю с тобой. Убирайся. Убирайся из этого дома. Убирайся отсюда. Как ты смеешь выгонять меня из собственного дома, старый дурак? Что я наделал?